Всем привет! Вы обладатель аморфных либо микроморфных панелей, и у вас случилась проблема. Панель выдает либо нулевое значение, при этом она визуально целая, нет никаких на ней повреждений. Тогда вам поможет следующее видео. Для примера перед вами панель Pramac, производство Швейцария, мощностью 125 ватт. И проблема панели. Эта панель выдавала 15 вольт. И что же вы думаете с ней было? Переходим к коробочке. Итак, коробочку я поддел отверткой. Коробочка у нас защиты IP65. Вот здесь вот была вода. Уже вода подсохла. И как видим, отгнил один из контактов. Вот следы ржавчины. Это требуется зачистить. Контакт следует допаять. И панель становится рабочей. То есть, несмотря на то, что у вас защита, вроде бы все должно быть герметично, тем не менее, вода сюда может проникать. При этом следов, где она проникла, у вас может быть и не быть. В данном случае видно, что все целое. Вот здесь это вляпался с этого краешку. Но вы видите, что подобное вполне себе возможно. То есть у меня поначалу было подозрение, что вот этот диодик вышел из строя. Оказалось, все целое, просто отгнил контакт. Вот такое маленькое видео. Надеюсь, вам поможет. Всем удачи, всем пока.